друзья, вот, смотрите, еще вот такие вот у нас штуки есть. Это вот уже другие образцы с разных заводов, да, это разные заводы. Вот это вот в кучке я поставил. Вот это один завод, вот это другой завод совершенно. Вот такие вот есть, существуют элементы крепления. Элементы крепления есть разные. Есть другой в конфигурации. Вот такие вот плашки на доску, да, прикрепляющиеся. Вот так вот раз вставляется, чтобы не было видно вот этих вот дырок, да, отверстий в доске. И так тут приятно выглядит сама досочка. Вот видите, тут даже подписано. Нам китайцы подписали, когда отправляли. Что это значит, для чего, какая доска. Вот такие вот существуют уголочки. Уголочки, конечно, ну, мы сказали, давайте другого качества, высылайте нам разных форм. Вот, ну, сейчас я вам покажу, как, для чего это вообще нужно. Вот это вот лага, да, так называемая. То есть, это бруски, вот так, вот так, ну, они длинные на самом деле, вот так вот ложатся, да, а расстоянием 40 сантиметров, ну, расстояние между ними 40 сантиметров, и вот стелится вот такая вот досочка. Либо этой стороной, либо этой, не суть важно. Форма от доски разная бывает. Можно вот, например, вот такую, да, видите, толщина ее 2,7, это здесь 142, наверное, по-моему. Да, 142. Вот так вот стелится, вот такая длинная доска. И между ними, ну, соответственно, вот это вот прикрепляется, да, к чему-либо. И вот такие вот крепежи существуют. Так, это не для этой. Вот. Вот так. Так, давайте серые две. Вот они. Вот так. И вот так. Можно, ну, вот так, да? То есть не суть. Важно, как вы поставите доску. Как вам удобнее, как вам больше нравится, так вы ее и присобачите. И стелится все это вот так. На такие вот так называемые лаги, да, вот она длинная идет, как будто. Чик. Все, красота. Долговечно, практично. И что касается расцветок вот этого деревопластика, его тоже существует несколько видов. Не так много, да, это вот цвет черный, black, dark brown, темно-коричневый, light teak, то есть это, ну, цвет тика, да, дерево такое, grey, серый, темный тик, вот. Это, не знаю, ободралось тут и цвет кофе. Кофейное дерево. Итого получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь цветов вот этого материала. Из него много чего можно делать. Что касается напольных покрытий, да, и также можно и беседки, и здесь разные элементы есть. Если у вас появилось желание и интерес по поводу вот этого материала, и вы хотите себе приобрести, обращайтесь, либо оставляйте комментарий, мы обязательно с вами свяжемся, либо под этим видео будут контакты, куда вы можете написать, позвонить, и вам все расскажут, подскажут, и обязательно
даже помогут доставить, чем мы, собственно, и занимаемся. Да? Доставляем клиенту из Китая нужный ему материал для его нужд, собственно говоря. Вот такая вот интересная обстановка. А, еще что хочу сказать. Вот этот материал кто-то называет пластвудом, да, кто-то называет секвойей. И еще какие-то у него существуют названия. Ну, вообще, вот этот, кстати, еще больше дерева. Вот здесь, вот это вообще просто пахнет. Спил вот это, да, очень сильно отдает запахом дерева, что говорит о его практически деревянном. Вот тут даже видно, видите? Как будто... Или, ну, вот видно стружку вот эту вот деревянную. Опилки. Если мы посмотрим вот здесь, то здесь как, ну, пластмасса больше видно, ну, чтобы вот как пиленная пластмасса. Здесь же структура разная. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими обзорами. На этом все. Всем пока.